сейчас здесь, я вижу, как вокруг меня молодые, взрослые люди с горящими глазами общаются друг с другом на предмет развития технологий, на предмет будущего образования, на предмет своих продуктов и своих бизнесов, куда идет рынок, куда идет мир. С одной стороны, он интересен компаниям, которые хотят отладить процесс взаимодействия с студентами поиска стажеров. С другой стороны, он интересен университетам, которые хорошо справляются с основной задачей обучением там, дисциплинам, но при этом они хотят разнообразить учебный процесс для студентов, предложить им какие-то новые форматы работы. Мероприятие очень интересное. Я вообще, честно говоря, первый раз там на этом мероприятии, хотя выступаю очень много на конференциях. После моего выступления ко мне подошла целая плеяда компаний, которые были сразу заинтересованы сделать с нами пилот. Компания очень хорошего уровня, не буду называть, но я, честно говоря, был удивлен. Я полностью изменил свое мнение о Tech Week. То, что казалось мне модной тусовкой, на самом деле является в таком формате очень классным, таким технологическим местом встреч. И вот это я здесь полностью нашел, поэтому я, честно говоря, доволен как слон, замечательное мероприятие. И мне кажется, что сегодняшнее мероприятие Tech Week – это очень хороший старт и старт диалога, в том числе о будущем, в котором мы будем жить.